И всем привет, дамы и господа, с вами Лео, и в сегодняшнем видео я решила снять обзор на игру Ultimate Savanna Simulator. И перед тем, как я начну снимать этот обзор, я хочу еще тебе кое-что сказать. Если ты хочешь, чтобы следующее видео было именно о твоей игре, то тогда напиши в комментариях именно ту игру, которую ты хочешь, чтобы я сняла на нее обзор, а также поставь лайк. И если под этим видео будет ваш комментарий и 30 лайков, то тогда это видео выйдет совсем скоро, потому что 30 лайков, и, соответственно, я сниму видео, именно то видео, которое вы хотите. Да, я знаю то, что вы сможете набрать 30 лайков, потому что вы можете набрать и 40 лайков, и 50, потому что я вас верю, и люблю вас, и я уверена, что вы сможете. Ну а теперь и не буду занудничать, и мы приступим к этому долгожданному обзору. Итак, Ultimate Savanna Simulator. Это симулятор о тех животных, которые проживают в саванне. И на первом уровне у вас будет вот такой вот прекрасный гепард. И, кстати, это игра 2018 года. Что ж, начнем. Опять же таки, тут у нас три вида шерстки. На 10 уровне и на 20 уровне у вас открывают новые шерстки. На 15 уровне вы будете играть за газель. На 30 уровне за вот такого вот носорога, на 15 уровне за гиену, на 20 уровне за вот этого вот бородавочника, на 25 уровне вы будете играть за такого вот бегемотика, на 30 уровне за зебру, на 40-м за крокодила, на 50-м за слона и на 60-м за грифа, что ли, так он называется, да? Если кто-то сказал неправильно, то напиши в комментариях, как это животное называется. И тут все как по стандарту, у каждого животного своя шерстка. То есть вот, они у нас открываются по уровням. И самое главное животное, это, конечно же, гепард, потому что он находится на самой картинке, заставке в игре, то есть, вот. Что ж, давайте начнем обзор, и мы играем за гепарда. Опять же таки, тут по стандарту у нас четыре колоночки такие вот с нашей жизнью, с едой, жаждой и нашей скоростью. Гепард, кстати, очень быстро бегает, и, как вы видите, я нашла уже логово здесь. Вот, так что сейчас мы будем искать речку. О, давайте перекусим. Ты газельку. Это у нас газель? Нет? Я просто частенько так забываю, как это животное называется. Можете написать мне в комментариях, как это животное называется, потому что я каждый раз забываю. А, нет, вспомнила. Антилопа, да? Антилопа гну. Помню, мне девочка писала в комментариях. Но все, писать не могу ничего. Мы перекусили. И нам вполне этого предостаточно, хотя у нас даже... третий уровень, мы прокачались. Ладно, теперь я даже не знаю, куда мне идти. И что мне делать, если честно, потому что, ну... Кстати, тут видите, это игра 2018 года, и здесь совсем другие львы. Видите, совсем другая прорисовка льва, то есть не прорисовка, а... Ну, то есть совсем другая анимация льва. И он будет нас кусать, если мы к нему подойдем близко. То есть у него есть свое личное пространство. Какой ты личный лев. Давайте бьем слона. Видите, тут даже слоны другие. Кстати, именно в этой версии 2018 года есть вот такие вот бесполезные сундуки с какой-то фигней. Кстати, меня лев бьет. Лев, я не хочу с тобой сражаться. Гепарды. А давайте просто бежать, куда глаза глядят. Тут тоже довольно хорошая анимация, хорошая прорисовка и про детализация животных. Но мне больше всего нравится... О, это шакалы, да? Шакалы ведь? Но мне больше всего нравятся новые симуляторы, которые выпускают 2019-2020 года. То есть вторые части симулятора льва и волка. Вот. Опять же таки, я не знаю, куда я бегу сейчас. Я просто бегу. Просто потому, что я бегу. Вот. И надвигаюсь на какую-то гору. Давайте посмотрим на карту, что это за место.
Ага, это у нас материк, и тут есть логово. То есть не материк, а локация. И это у нас... Ой, джунгли, что ли? Да, это джунгли. Мы можем тут напиться водицы. Ой, я с вами вела песню. Этой вот... Ну, крокодил, ну ничего же воды попить нельзя. Твоя что-то там водица. Так не годится. Да. Кузова везде. Откуда вороны? Откуда вороны в саванне? Действительно. Да, это джунгли. Да, ребят, это джунгли. А почему тут так много опасностей для вот такого животного? Гепард. Сраный орел. На заднем плане. Что-то я бегу, не знаю куда, вот я просто убегаю от животного, от этого грифа какого-то, который там не гонится. Итак, давайте выпьем наконец воды. Нет, я смогла. Это камила плавает. Ну, могу сказать, для семейства кошачьих он очень быстро плавает. Если смотреть на льва, то он плавает достаточно медленно. Кстати, тут должно быть где-то логово. Такое вот. Специально здесь. Кстати, да, мы к нему подошли уже. Вот оно там. Прямо по курсу. Это логово, которое мы должны проживать. О, смотрите, какая детализированность. Это же... лягушка. Классно. Так, вот наше логово, да, как я понимаю. Да. Ой, мы пометили территорию, да? Вот наше логово, и оно очень красивое, классное. И нам нужно прокачаться до 5 уровня, чтобы найти себе парочку. Так что именно сейчас, когда наш гепардик отдохнет, поспит, мы с вами будем искать ему парочку. То есть ему будем искать эту гепардицу. Неважно. Кого будем искать ему пару. Вот и все. Итак. Нужно найти, точнее, нужно прокачаться. Давайте убьем его. А, нет, не получится, их много. Так. Ну, мы бьем, конечно, хреново, я могу сказать, что мы бьем хреново, у нас можно нас убить. Вот почему не люблю версии 2018 года. Нас там легко убьют. Поэтому тут даже бревна нет, то, чтобы быстро прокачаться. Потому что... Господи. А, ты все такие агрессивные, пипец. Как прокачиваться? Ну отстань от меня, бородавочник. Да, я просто пройду. Чего ты ко мне и лезешь сразу? Я просто гепард, который просто хочу покупаться. Да. Я хочу покупаться просто. Вот капец. Тут все такие агрессивные. Не пройти, не проехать, блин. Чуть пройдешь мимо, так и на тебя уже бегут с атакой. Воу. Господи, пожалуйста, пожалуйста. Ну, он слабенько бьет нас. Возможно, мы его убьем. Пожалуйста. О, да, мы его убили, я молодец. Я думала, я его не убью. Ну, носороги слабые в играх почему-то. Хотя в жизни они очень сильные и могут себя убить сейчас. Где-то должен быть еще один носорог. Вот он. Думаю, у меня есть своя тактика. У меня есть своя тактика, я ее придерживаюсь. Отходить в сторону. И да, скоро будет четвертый. Ура, четвертый уровень. Смотрите, это же восход. Какое здесь реалистичное солнышко. Смотрите, как красиво. Вау, очень красивое здесь солнце. Оно такое реалистичное, такое классное.
Это просто офигенно. Птичка, она птичка. Да? Но я же знаю тебя. Я хочу сматериться, пожалуйста. Можно сматерюсь? Сука такая. Сука, ты ведь мат? Просто, ну действительно, эта птица меня бесит. Она везде есть. Ведь во всех версиях 2018 года эта, сука, птица есть. Она везде есть. Я стараюсь не материться, но эта птица просто меня выводит из себя. И я хочу сматериться. Смотрите, пожалуйста, меня, дамы и господа. Итак, мы вышли из джунглей, но ничего. Мы будем тут искать как раз нам пару и прокачиваться. Вот снова, да? Вот видите? Эта вот сука исчезла. Хотя она там летала. Вот почему я эту птицу ненавижу. Она должна летать на небе, а не здесь, на земле. Тупо. Блин, ну солнце здесь, конечно, очень классное. Смотрите, какое классное здесь солнышко. Можно взять фоточку? Давайте сделаем фоточку. Вот такая фоточка гепарда. Я, наверное, поставлю это на заставку, скорее всего. Вот такой гепардик. Давайте мы сейчас его сфоткаем. И сделаю такую заставку. Да. Делаю заставки именно так. А как по-другому-то? Ну вот, получилось очень классно. А давайте посмотрим, как бегает наш гепард. Ну, весьма реалистично, могу даже вам сказать. Так, что ж, теперь мы ищем кого бы убить, чтобы прокачаться. Давайте гепарда убьем. Хотя он мог быть нашей парой, но ничего страшного. Капец, мы можем идти попой. Типа, не трогай меня. Я и так слабая, а ты меня бьешь зачем-то. Оценит меня создание. И мы его убили. Кстати, мы можем рычать. Но рычишь ты, конечно, прикольно. Но почему-то я никого здесь не вижу. О, коровки. Коровки. Ой. О, они меня боятся, действительно. И бьют они, хотела сказать, слабо, а на самом деле нет. Я буду убивать ее долго очень. Пожалуйста, не догоняй меня. Отстанет меня, я пытаюсь спастись. Ты слишком сильная корова. Коровы не могут быть такими сильными. Ты слишком сильная для того, чтобы быть коровой. Поэтому я буду ходить за задницей. Задом ходить буду ходить. Блин. Там дерево. Нет, камушек. Камушек, ты меня подвел. Итак, думаю, то, что мы совсем-совсем скоро ее убьем. Иду к корову, потому что я уже устала. Да, мы ее убили. Фух, неплохо, совсем неплохо. О, да, у нас 5-й уровень. Наконец-то у нас, дамы и господа, с вами 5-й уровень. И теперь мы должны найти нашему гепарду пару. О, да, это будет очень интересно до безумия. Сейчас мы будем искать ему пару. Опять же, эта птица, ненавижу ее. Итак, это будет... О, смотрите, это же... Этот вот... Жираф. Видите, как он изменился? Бегает, как такой костлявый. Вообще. В новой версии, где лев, они совсем другие. Там все изменилось, там животные изменились. И мне это больше нравится, чем то, что было. Вот в этой вот именно версии. Ой, господи, что это? А. Так, это какой-то другой уже... Ага, мы пришли на еще одну часть локации. Да, что-то я вам не показывала локации. Думаю, что вы можете сами посмотреть локации.
тут у нас косточки слоновые, да, ну, похоже на динозавровские кости, потому что, ну, у слона не такие большие кости. Зачем вы это сделали, мне очень интересно, зачем? Ну, такое себе, тут, наверное, гиен много. Так, мы ищем логово. Я хочу тут жить, понимаете? Я хочу тут жить. О, нашла логово. И да. Теперь мы должны найти нам ли эту гепардиху. О, верблюды. Тут даже верблюды другие. Они не агрессивные даже, они меня наоборот боятся. Нам нужно найти пару, и давайте я перезайду. И когда перезайду, уже будем искать нам пару. Вот. Смотрите, это смерч. Если мы подойдем, то он нас ударит. Видите? Как, насколько реалистична эта игра. Даже смерч есть, который будет нас бить. Ну ништяк, вообще ништяк. Итак, ребята, я очень долго бегала и все же нашла эту гепардиху. Сейчас будем ее соблазнять, и она будет наша. О, да. Снова рычим. И еще раз рычим. Да, ребят, у нас появилась парочка. И наш гепард нашел себе гепардиху. Что ж, и на этом все, собственно говоря. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите ваш комментарий о той игре, которую вы хотите, чтобы я сняла следующий обзор. Ну и это все. Набирайте 30 лайков под этим видео, и тогда выйдет следующий обзор. И на этом все. Всем-всем пока-пока.